Приветствую всех, кто зашел на канал Тати Рома. Добро пожаловать и присоединяйтесь к новой прогулке по Риму. Древняя арка, зажатая между церковью Святого Вита и зданием XIX века, это арка Галиена, или точнее сказать, сохранившаяся часть Эсквилинских ворот. Два маленьких боковых прохода были разрушены и растащены на стройматериалы в средние века. Находится эта арка недалеко от станции метро Витторио Эммануэле. Пройдя через эту арку, мы проходим границу, которая в древние времена показывала, где заканчивается город. Именно на этом месте римские военные наконец-то проучили этруссков совершать грабительские набеги. Немного схитрив, военные выгнали скот за городские стены, и когда этрусски уже хотели присвоить скот, римляне из засады напали на них со всех сторон и перебили их. На этом этрусские вылазки прекратились. Слева находится небольшая церковь Сантивиту и Модесто, построенная в 8 веке на месте, где в Древнем Риме располагался рынок Ливии. Потом здесь были казнены многие христианские мученики. Среди них был и святой Вит, мальчик из Сицилии. Ему присваивали целительную силу. По легенде он лечил от хореи или танцевальной чумы. В народе эту болезнь называют пляска святого Вита. По этой прямой улочке я вышла на улицу Мирулана. А это вид на одну из главных базилик Рима Санта Мария Маджоре. С 21 октября 2019 года на улицах Рима появилось 700 электрических велосипедов, которые помогут вам в передвижении по Риму. Вдалеке просматривается Колизей. Прогуливаясь по району Монти, вы встретите много интересных баров, тротерей, маленьких узеньких улочек, где вы сможете отведать поистине римские блюда. Как же трудно иногда здесь передвигаться на машинах. Я очень люблю заходить в открытые двери и рассматривать дворики. А это так называемый римский подъезд. Вот такие необычные ручки на дверях, почтовые ящики с указанием имени и фамилии. А это ледяной клуб. Он расположен в самом сердце Рима, в 2 шагах от Колизея и площади Венеция. Температура в этом баре минус 5 градусов. Поэтому он и называется ледяной клуб. Музыка и свет создают поистине уникальную атмосферу. Вход 15 евро, который включает в себя термонакидку и один бесплатный коктейль. Внутри в баре все коктейли на водке, и стоят они 5 евро, а подаются в ледяных бокалах. В баре можете находиться сколько сможете, пока совсем не замерзнете. Но помните, если один раз вы вышли из бара, то зайти повторно по этому билету не удастся. Минимум выдерживают 30 минут, ну а кто в хорошей компании, то и по 3 часа. В общем, это необычное ледяное заведение. Молодежь, берите на заметку. И еще одно замечательное место на этой улице. Если вы уже не можете есть пиццу, это место – ваше спасение. Меню предлагает множество легких блюд с авокадо, а также здесь безглютеновые и вегетарианские блюда. Зайдите сюда на обед и не пожалеете.
А это маленькое здание – центр пенсионеров района Монти. Здесь очень часто проходят праздники и танцевальные вечера. На возвышенности площади Маньо-Наполи стоит церковь Санти Доменико э Систо. К ней ведет монументальная лестница. Алтарь этой церкви и одна из капелл выполнены по проекту Бернини. Если вам нравится творчество Бернини, то зайдите и в эту церковь. В своих видео я уже много мест показала вам, где находятся работы Бернини. Башня милиции – одна из самых высоких и хорошо сохранившихся башен Средневековья. Она находится на территории рынка Трояно и хорошо видна с многих смотровых площадок. Перехожу в Виа Национали, и я уже на Квиринальском холме. Большую часть площади Квиринали занимает дворец. Это главное правительственное здание Италии. Его история началась в XVI веке, когда папа Григорий XIII заказал себе новую летнюю резиденцию. Потом этот дворец еще перестраивался при разных папах. Но при папе Сиксте V началось масштабное обустройство холма. Сикст V хотел ходить по холму, как по равнине, и появилась эта площадь. И уже тогда была задумка провести прямую дорогу, которая шла от дворца к воротам Пиа. Сейчас это улица 20 сентября, где мы были с вами в прошлом видео. После Второй мировой войны Квиринал стал резиденцией президента Итальянской республики. Во дворец можно заказать экскурсию, но снимать там нельзя. Эта прямая дорога приведет вас к фонтану Треви. По пути мне встретился небольшой магазин сувениров. Давайте зайдем. Герои итальянского фильма. Надписи «Рим», «Я люблю спагетти», «Добро пожаловать» и многие-многие другие надписи на выбор. А в конце этой улицы уже фонтан Треви. А это измеритель спагетти на одного, на двух, на трех и на четырех человек. Тихих и узких улочек я вышла на Виа дель Корсо. А я сейчас хочу зайти в магазин Disney, который находится на Виа дель Корсо. Магазин хорошего настроения. Заходишь в него и попадаешь в сказку. Магазин для любителей фильмов Диснея. Здесь большой выбор от игрушек до одежды, от предметов домашнего обихода до маленьких подарков. Даже если вы уже давно не ребенок, зайдя в этот магазин, вы вернетесь во времена детства и окунетесь в волшебный мир своих любимых мультфильмов.
Если вы зайдете в этот магазин с ребенком, то без покупки вы точно отсюда не выйдете. Где-то вдалеке я начала слышать музыку. По Виа-дель-Корсо началось великолепное шествие в национальных костюмах. Мне просто сказочно повезло. Оказывается, что 26 октября – день фольклорных традиций. Была разработана целая программа на этот день, в список которого входило и шествие в костюмах всех регионов Италии. Началось оно с Пьяцца дель Пополо и закончилось на Пьяцца Венеция. Thank you.
Смотрите, панда вылезла из шкурки. Прямая и длинная улица Корсо – 1,5 километра. Дословно перевод слова «Корсо» означает «бега». На этой улице долгое время проходили бега. Здесь в скачках соревновались ослы, быки, лошади без помощи всадников, а потом смельчаки ловили и укрощали животных. Помимо скачек проходили и разнообразные увеселительные шествия. Сейчас улица Корсо считается одной из главных улиц шопинга. Если скачки уже давно были запрещены, то костюмированные шествия продолжаются. Особенно красивые шествия во время карнавала в феврале. Слышите еще какой-то шум? Это очередная манифестация, которая проходит недалеко отсюда. Как и раньше в древние времена, вся политическая жизнь проходила на Римском форуме. И ничего не изменилось. Только сейчас манифестации и политические дебаты проходят на улице императорских форумов. Сейчас я до манифестации дойду, покажу, как все происходит. На манифестацию загляну всего лишь на пару минут, чтобы показать вам, как все это происходит в центре Рима. Флаг коммунистов. Yeah.
решила посмотреть, где все-таки заканчивается костюмированное шествие, и пошла в сторону Капитолийского холма. За белоснежным мраморным алтарем Отечества находится Капитолийский холм. Проходим возле инсулы Арачелли, развалины многоэтажного жилого дома античного Рима. Пологую лестницу Микеланджело перекрыли. По ней сейчас поднимаются участники праздника. Я очень люблю бывать на таких праздниках и чувствую себя немного участницей их. Костюмы, музыка, атмосфера так поднимают настроение, что хочется стать настоящим участником этого шествия. А я на этом буду прощаться с вами. Если вам понравилось это видео, дайте мне знать, ставьте пальчики вверх и делитесь видео с друзьями. Если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь. Будем гулять и изучать Рим вместе. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и до новых видео, друзья!